Одни животные обитают на суше, а другие в воде. А есть ли такие существа, которые могут жить и на суше, и в воде? Они называются амфибии. И сегодня мы с ними познакомимся. Амфибии из греческого, живущие двоякой жизнью. Амфибии бывают бесхвостые и хвостатые. К хвостатым относятся тритоны и саламандры, а к бесхвостым – лягушки, квакши и жабы. Вот этот представитель – австралийская квакша. Что это у нее такое на спинке? Это бородавка. Многие люди думают, что от лягушек можно подцепить какую-нибудь заразу. Но на самом деле это неправда. Наши древние предки иногда брали лягушек и складывали их в молоко, чтобы оно не кисло. А как амфибия дышит? У амфибий очень много разных органов для этого. Будучи головастиками, они дышат жабрами, как рыбы. А уже когда становятся вот такими взрослыми, как наша квакша, они дышат и легкими, и кожей. А сейчас я вам покажу лягушку-помидор. В природе, если у животного яркая окраска, это значит, что она ядовитая. У лягушки-помидорки такой окрас специальный, чтобы отпугивать врагов. Она совершенно не ядовитая и безопасна для людей. А здесь живет страшная жаба Ага. Она ядовита всю жизнь. От маленькой икринки до взрослой особи. А чем отличаются лягушки от жаб? У лягушек очень мощные, длинные, красивые задние лапки. Лягушка может прыгать на расстоянии в 5 раз больше, чем ее собственное тело. Жабы более ленивые. У них очень сухая, жесткая кожица, и они предпочитают искать свою добычу, пробегающую мимо, и никогда почти за ней не бегают сами. У лягушек очень мелодичный голос, и когда начинается брачный сезон, они поют очень красивые песни. Самая большая лягушка на Земле называется Голиаф. Она может прожить 36 лет, и ее длина достигает 1 метра. А длина самой маленькой лягушки всего 1,5 сантиметра. Амфибии населяют все континенты на всей нашей большой планете. Разве что только в Антарктиде их нет. Они живут и на деревьях, и в воде, и на земле, в норах, в песке, и даже в иле на дне морском. Наша выставка называется «Заколдованные принцы». Заколдованные они страшным волшебником, которого зовут Мегаполис. Сейчас наших лягушечек становится все меньше и меньше из-за того, что люди загрязняют окружающую среду. Лягушки очень важны для человека. Они избавляют человека от кровососов. Они питаются как комарами, так и слизнями, оберегая посевы, сельскохозяйственные угодья человека. Все земноводные любят жить подальше от машин и заводов. Познакомились с заколдованными принцами Диана Метавская и Настя Поплавская.